Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс. На связи Александр Приколист. Мы продолжаем выживать в игрушке Don't Starve с дополняющим прикид. У нас 49-й день. Блин, я долго собирался, чтобы как-то отправиться в путешествие. Опять же, по-хорошему вернуться домой, сделать банановое мороженое, там, я не знаю, поспать, но нет, мы не будем возвращаться, потому что, блин, уже скоро лето, я еще нифига не исследовал. Да и сейчас не очень хорошая пора что-то исследовать, потому что, блин, найду дудошек, их убьют сразу, их кто-нибудь отравит. На примере комаров. С рассудком, я думаю, сейчас мы справимся за счет цветочков. Плюс я собрал бы еще картошку вот эту. Я до сих пор не нашел домбреллу, столько кладов, и, блин, не было домбреллы. Ну, попробуем, может быть, найдем... Может, получится как-то найти логово акулы и попробовать ее убить. Так, ну, с травой у меня более-менее, вот веточек мало. Кстати, можно вот сюда вот может заплыть, или... Еще по пути нам будут попадаться, я думаю, мангровые. Заросли там порубить. На лето приготовить хотя бы немножко веточек. А травы немного у меня есть. В принципе, еще соберем. Так. Всякие паразиты тут летают, которые мне не нравятся. Он сейчас птичку, наверное, укусит. Уже укусил. Нет, меня хочет укусить. Так, погнали. Погнали. Еще, по идее, несколько цветочков. И, да, я хотел нарубить бамбук. Бамбук есть недалеко здесь, на острове, потому что я, как всегда, забыл про парус. А это фигово. Забыл про парус, это очень плохо. Так. Зонтик хоть немножко нас спасает от... Так, опа, это что нам даст? По-моему, что-то в минус даже ушло. Нифига ничего это не дало. Где-то тут есть бамбук недалеко. Давайте тогда его заберем. Да, никакую шапку я не взял. Ну, шлем бы хорошо, но, блин. Какой к черту шлем? У меня... Я его как рюкзак вот этот сделал. С горем пополам, блин. Ну, блин, на 40 с чем-то там дней было. 45-й день, что рюкзак я только сделал свинячий. Так. Если не ошибаюсь, 8 штук нам нужно. По-моему, там 2 веревки. 2 веревки, 2 бамбука и 2 ткани. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас, если успею глянуть. Да. 2 веревки. И как бы эта штука не прилетела, сейчас меня не жахнуло. Так, еще 2 бамбука и смываемся. Так. Опа. Так. Ешь, сохни. А мы нехило промокли еще, да? Костер поставить. Потом добежим до лодки и поплывем уже ночью. Давай. Так. 2 ткани. Готово. 2 веревки и парус. Отлично. Так, это можно сточить пока. Это, кстати, оставим, потом сточим. Так, так. Ну, сейчас как раз просохнем. Так, зонтик можно снять. Это я выгружу. Давайте его убьем сейчас. Глядишь, с него может хилка какая-то вывалится. Ничего не вывалилось с него. Жалко очень. Давай уже, высыхай.
и поплывем. Отлично. Так, каска. Каска. Так. Да, светляков нету. У меня сачок еще более-менее целый. Вон светлячок есть. Один. Так. Второй. И все. Хватит. Сделаем фонарик. Нужно только песка копнуть. Ну, где-нибудь копнем. Так, не очень сильно мокрый. Сейчас, я думаю, высохнем. Пока бегаем. Ай-я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 й. Блин. Долбаные. Высохнем. Так, 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 так. Ну, светильник давайте вот этот включим сейчас. Так. Куда? Ну, куда-то вот сюда, вот, вот тут посвечу, посмотрю уже, куда там плыть. Я туда не плаваю, посмотрю. И лучше просвечивать хорошенько, как бы. Так, это сломается, мы поменяем. Это тоже сломается скоро. Давайте засвечиваем. А тут какой-то остров. Перед тем, как подплывать к острову, лучше бы его вот, с помощью трубы обнаружить и посмотреть пляж. Если маленький, значит, там дудошка, блин, нужно аккуратнее. Кораллы нужны мне. Наверное, нет. Еда немножко есть. Рассудок более-менее. Так, немножко нужно отдалить. Король осьминогов, даже если я его и найду, он мне как-то особо не нужен. Так, давайте смотрим дальше. Так. Пляж. И опять же, много цветов. Много всякой травы. И мне кажется, вот там вот еще где-то что-то есть. Да, куда-нибудь сюда вот засветим. А здесь ничего. Так, дальше. Здесь. Опять нифига ничего нет. Ну, вот остров. Пойдемте хотя бы. Опять наберу цветочков, наберу картошки. И вот тут пляжик, я его не засветил, да? Да, его эти нужно собирать, точно. Так, приманка, цвет там торчит. Кабы тут дудошка не оказался, его не сожрали сейчас у меня, а? Нет, это большой. Это большой довольно-таки пляжик. Не должно на нем никаких дудошек быть. Я думаю, тут больше ничего интересного я не увижу. Есть веточки, но это все фигня. Пошли вниз, там цветочки, опять картошка, хотя бы это сгребем. Хотя бы это пригодится. Так, и в лодку, по идее, вот это можно выкинуть. Ну и раз у меня сырая картошка есть, наберу именно картошки в качестве еды. Не знаю, может что-то интересное сейчас пропущу, ну, блин. Так. Не особо-то и густо тут с картошкой, блин. Я смотрю. Хотя пляжик куда-то идет дальше туда. О, грибы. Много грибов.
Намокаем, фигово. Так. Так. Рассудок опять в норме. Картофан я больше не вижу. Не, пляж большой. А, пляж большой, блин, на пляже может быть это? Как ее называют? Логово акулы как-то, блин. Ну-ка. Тут явно вода. Тут тоже недалеко. Не знаю, на этом оплыть. Куда цветочков я столько набрал? Так. Да, нужно возвращаться все. Рассудок, блин, падает опять нифигово. Погнали дальше, значит. Блин, и жрать цветочки как-то тоже бессмысленно, здоровье полное. Так, 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 лодка у меня там. Не, засвечивать не буду. Подзорную трубу, во-первых, у меня с собой еще нету. Не взял я ее, оставил в лодке. Сейчас я тупо возьму да это. Может, обплыву это дело. Так, выкинь. Не вижу логова акулы. Ну, значит, его тут, наверное, и нету. Сейчас как раз парус есть. Поменяли. Так, это хомяч. О, акула. Ну, блин, она убежит. Так вот, если сейчас я ее опять догоню, она убежит. Нет, спасибо. Это сейчас... Она меня еще и убить может, и опять же убежит. Не хочу. Хотя с акулы, блин, с нее можно сделать дамбреллу. Из ее чешуек. Там, по-моему, одна или две нужно только всего лишь. Ну, наверное, у меня не откроется все это дело, да. Так бы было классно. Зонтик на 100%, блин, не помогает. Вот дамбрелла на 100%. И руки не заняты, и так... Офигенная штука. Найти бы ее. Акула плавает, ну, блин. Я уже сколько раз ее пытался. Два раза пытался, два раза она от меня убегала. Таким вот образом, когда я пытался ее поймать. Кстати, а тут остров-то, смотрите, как уходит, а? Вдруг тут где-то вот на маленьком кусочке. Так, нет, ну его нафиг. Так, включайся. Ну, ладно, сделаю вот так вот. Блин, и не туда засветил еще, да? Сказкой сбегать. Так. Где зонтик? Зонтик. Выключай. Сказкой сгонять. И заодно, кстати, пляж. Точно. Кучку песка. По-моему, нужно... на бутылку. Три. Нужно три. Так. Все, нифига тут нету. Нифига тут нету. Сейчас себе сделаем нормальный фонарик. Не понял. А я, блин, без зонтика еще бегаю, да? Кстати, этот шлем тоже как-то спасает немножко, то есть закрывает. Вот они вместе закрывают это как от дождя. Так, давай вот это. Так, это сюда. Так, песок. Ну, пускай прогорает, все, она мне не нужна.
Так, бутылку делаем. Делаем, наконец-то, нормальный фонарик. Так, что у нас тут? Я уже куда-то, блин, уплыл. По-хорошему, вот сюда бы куда-нибудь глянуть. А вот у нас каменный биом, кстати. Сейчас вот так вот оплывем и вниз еще засветим. Каменный биом, пауки, болото и всякая остальная фигня. Ну-ка. Да, вот сюда вниз бы глянуть. О! Мозга материи еще одна. Так, смотрите, одна где-то здесь. Если я не ошибаюсь. Нет, ошибаюсь. А где одна-то? А, одна вот здесь вот. Не очень далеко, да, и вторая. Вторая подальше. Ну, кстати, по поводу рассудка тоже. Норм, будем знать. Так, в принципе, тут камни, золото, возможно, птицы. Возможно, есть большие птицы. Большой остров. Не получится мне так вот по берегу просто обсмотреть его. Нужно будет как-то пробежаться, я не знаю, по нему. Даже если рассудок потеряем, можно будет как-то восстановить, даже вон мозгу материю забрать. Так, кораблик чиним. Так. Конец карты. Конец карты и вот сюда вот. Понятно. Трубу потратили, все. Так, живем. Живем, живем, живем. Пока ничего не вижу. Блин, конечно, все затоплено. Бегать как-то тоже не фонтан. Все, трубы у меня обои кончились, я их потратил. Подзорные. Ну, блин, рядом с болотом не будет же никаких дудошек. А пляжа здесь нет, здесь есть только камни. Значит, скорее всего, здесь нету ни акулы, ни логова акулы нету. Здесь может быть паки, блин, на болоте. Его косточка может валяться где-то здесь. И посерединке может быть что-то интересное. Но, в принципе, мне это интересно пока нафиг не нужно. Потом исследую. Либо с помощью трубы, я не знаю, либо еще как-то. Ну, хотя бы так вот глянем чуть-чуть. Где сухо. Тут, кстати, можно... Можно пережидать лето. С учетом того, что по болоту будет бомбить. Будет мясо, рыба, я не знаю, еще что-то будет вываливаться. Короче, что-нибудь интересное будет вываливаться. Так, ну поплыли, что нам остается еще делать? Куда-нибудь плывем, что-нибудь исследуем. Кстати, вот небольшой пляжик. Кстати, там есть шапка, шапка есть. Так. Есть дублоны, есть золото, есть шапка. И, кстати, здесь может быть еще... Ой, как он называется? Игральный автомат, может? Здесь я вижу свинью. О, кстати, которую, глядишь, сейчас грохнут. Мы разберем ее домик, заберем жопки и сделаем себе еще один зонтик. А, сделаем зонтик и сделаем шапку. О, а тут еще одна свинья. Понятно, тут свиней много. Ну, с одной мы справимся. Кувалда есть? Есть. Опа. Все, она выбежала, блин. Я думал, она все это как. Костер. А хотя сейчас...
все. Делов-то. Так, и сейчас. Где у меня кувалда? Я твой домик шатал. Опа. Так, это шлем. Я не знаю, это зачем мне выбрось это. Так, это забираем, это забираем, это забираем. Остальное нафиг. Так, зонтик. Есть мясо, есть... Короче, сделаем сейчас шлем себе. Сделаем, сможем сделать еще новый зонтик. Еще одну свинью убить. Она мне, в принципе, тут не нужна. Давайте убьем. Фигли. Так. Мне нужно дерево, у меня нет топора, да? Фак, выкинь. Делаем топор. Так. Это быстренько сейчас срубим. Я надеюсь, никто не вылезет. Типа энтов. Лопата, 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 лопата есть. Отлично. Так. Ставим костер. Жарим мясо. Жарим картошечку. Так, что совсем не нужно у меня есть? Бамбук, вот ракушки нафиг не нужны. Так, броня. Где моя долбанная броня? И вот это вот нужно было взять. Так, так, и блин. Долби шатай, блин. У меня тут осталось, да? О, блин, задолбался уже, чего только нету. Так, давай золото сюда. Лопата сюда. Броня. Так, свинья вылезла, отлично. О! Свинья, твой дом шартал. Давай, беги сюда. Отравленный, жалко только. Из него сейчас это как. Из него мясо может испорченное сейчас выйти. Свин. Все, мясо готово. Ну, мы сейчас пожарим это все дело. Так, готово. Готово. Так, где зонтик долбанный? Давай зонтик. Полечимся. О, запутался уже. Так, это едим. Кувалда сейчас не хватит, я так чувствую. Но мы можем новую сделать. Хватило. Так, так, так. Опа-на. Ну, ладно. Зонтик. Дальше. Делаем веревку. Делаем себе шлем. Шлем, шлем, шлем. Где ты? А я его не делал ни разу. Ох ты ж, блин. Я его, походу, только находил, и все. Обидно. Так, это можно тогда выкинуть. Очень обидно. Я бы сейчас сделал. Ну, ладно, пошли. Нет, так нет. Заправим, чтобы место не занимало. А, у меня два, блин, молота. Короче, я с собой таскаю, чего только не таскаю, а? Всякой фигни таскаю. Полно. Давай сюда.
Хоть немножко, да, будет рассудок поднимать. Так, где мы? Вот как-то вот так вот нужно оплывать. И как-то уже в сторону дома, я не знаю. Лето сейчас скоро начнется. Ну, сейчас на 60-й день, по крайней мере, начинает все уже подсыхать. Хотя еще и лужи остаются. Не высыхают до конца. Плюс, ну, начинают засыхать трава и прочая фигня. Мангровые заросли, если увидим, не забудь бы. Топор у меня, по-моему, даже был, если я его не выкинул. Да, есть топор. Можно будет мангровые заросли порубить. И, возможно, что-то с них. Ну, веточки еще и дрова будут. И я слишком низко ушел. И еще вот добавок в другую сторону от мозга материи, которую, по идее, мне бы сейчас рассудочек поняла бы. Хорошо. Ну, я вижу островок. Ну, по крайней мере, просветление, мель, значит, где-то островок, возможно. Пойдемте рискнем. Пляж, не пляж. Нет, не пляж. Не пляж. О. Глупая затея, конечно. Ну, попробую. Опа. Да, все нормально получилось. Зачем только, не знаю. Так, вот это можно сюда выложить. А, вас еще не хватало. Вы чего? Тоже, кстати, неплохой островок касаемо пережидания лета. Ну, на базу, конечно, не получится мне переходить. Да, тут... О! А, блин, думал, алтарь. Короче, перемещение между мирами царства гигантов, или власть гигантов, как она там правильно называется, и между этим миром Щипврикита, между кораблекрушением. То есть можно туда-сюда шататься как-то. Да, кстати, неплохой островочек, можно как-то тут тоже перекантовываться. Летом есть лес. Если его даже разбомбит, я не знаю, там будут хотя бы... О, есть болото. То есть это мясо монстров, это грибы, касаемо рассудка. Пробежаться по болоту, вдруг тут паки. Ой, грибочки. Ага, сейчас пособираем грибочки. Там, я смотрю, мормы бегают. Блин, отравился. Так и думал, сейчас отравлюсь. Ай, елки, блин, напугал, гаденыш. Посмотрел на что-то другое. Не увидел я его. Так. Зря, наверное, я это сделал, но ладно. Давайте копнем тогда, а то у меня с собой нету. Блин, понятно, копнули. Камень подобрал. Если бы его не подобрал, успели бы. Так, нужно две тогда. Отлично. Черт, еще и комары, а. Хочу грибы забрать. И дофигища тут этих мермов, блин, бегает. А, блин, нет, нет. О, рыбак. Рыбак пошел рыбачить. Фак. Болото, болото. Так. Ёлки. Так, так, так. Нужно валить, короче. Сейчас еще темно станет. Ай, блин. Еще этих полно флопов этих. О, мечилка. А, блин, зачем я за... Она ж не просто так валялась здесь. Вон рыба. Рыбак ловит. Так, шапку у меня
Где шапка долбаная, блин? Сейчас навали. Да ну нафиг, убили! Пятьдесят один день. Зачем мне полез на это болото? Ой, ну ладно, значит, будет третья попытка. В принципе, данным героям хотя бы какие-то нюансы я уже знаю. Блин, глупо. Я думал, хватит здоровья. Были лечилки, я, в принципе, вовремя мог полечиться. Ну ладно, вот такая вот серия получилась. Не знаю, данным героям продолжать, либо другим. Возможно, я какие-то моды добавлю интересные, которые подходят к Чип Рикету. И продолжу уже с ними. То есть у меня там есть подборочка небольших модов интересных. Продолжим с ними. Все, всем пока-пока. Увидимся в следующих сериях. Если понравилось видео, ставьте пальчики вверх, пишите комменты, рассказывайте друзьям, это поможет развитию канала. Ну и если вы хотите узнавать о новых видео самыми первыми, подписывайтесь на канал Мир Приколов Геймс.